В американской тюрьме в драке погибли 7 заключенных. Вечером в воскресенье заключенные устроили серию драк в 3 блоках тюрьмы, в результате которых 7 погибли, 17 ранены. Охрана тюрьмы не пострадала. В штате Южная Каролина, США, вечером 15 апреля заключенные тюрьмы строгого режима устроили серию драк, в которых 7 человек погибли, а еще 17 получили ранения. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает CNN. Сообщается, что заключенные устроили драки в 3 блоках тюрьмы. Из охранников никто не пострадал, порядок в учреждении уже ночью был полностью восстановлен. В тюрьме содержатся около 1500 заключенных. В 2015 году в драке с заключенными получили ножевые ранения 2 охранника этой тюрьмы. В феврале текущего года в этой тюрьме был убит 1 заключенный. В Бразилии совершено нападение на тюрьму. 20 погибших. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.